Всем приветики, с вами Лисичка Эльза. Ребята, у меня классные новости. У нас будет обновление в четверг, ура. Ребята, перед началом этого видео обязательно подпишись на мой канал, поставь лайк этому видео и не забывай нажимать на колокольчик. А также, ребят, в конце видео вас ждет мини-конкурс. Так что обязательно смотри видео до конца. Ребята, обязательно сейчас зайдем в Твиттер, и я вам все покажу, как и что, что у нас вообще, какое будет обновление. Ребята, круто, я только что узнала, и быстрее снимать видео. Короче, будет обновление по мультику «Зверопой 2». Прикольный мультик, если кто смотрел, ставим лайк, ребята. Ребята, еще у нас, к сожалению, убирает в четверг тоже этот дом. Вот, убирает, ребятки. Так что успеваем, покупаем этот дом обязательно. Он у нас идет 1800 баксов, а вместе с мебелью, ребята. Так что быстрее бежим, покупаем этот дом. Вот, да, хотя он невзрачный, но зато мебель здесь шикардос, вообще классная. Вот. Ну все, ребят, пойдемте скорее смотреть эту же обнову. Быстрее. Итак, Sing 2, Зверопой 2. Ребята, вот здесь, как всегда, у нас будет обновление, нам поставят сцену. А вот здесь у нас будет коалочка стоять вот такая, и нас зовет, чтобы сделать квест. Помочь, да, этой коале, и если мы сделаем, то нам дадут вот такой вот космический шлем. Круто, ребята, класс. Вот, так что в четверг ждем это обновление, очень крутое. Вот, разработчики балуют нас. Смотрите, вот такой классный шлем. Здоровское обновление, ребят. А теперь про мини-конкурс. А вот разыгрываю вот такого вот Evil Dog. А вот кому нужен, обязательно участвуем в моем конкурсе. Для этого вам надо подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и написать в комментариях, что вы участвуете в этом конкурсе. Вот, все, ребят. И тогда я отдам, то есть рандомно выберу победителя и отдам этого Evil Dog, ребята. Вот, обязательно выполняйте все условия, вот такие простые, и все, и получите приз. Вот, ребят, обязательно подпишись на мой канал. И еще прошу вас, обязательно заходи на мой Discord. Всех вас там жду. Вот, там мы трейдимся, обсуждение трейдиков. Вот, наша банда лисят. Так что обязательно заходи к нам в Discord. Вот, ну все, ребятки, вот такие новости классные. Ждем обновления. Всем хорошего настроения и всем пока-пока.